Всем привет, меня зовут Дискоданс Рунь, и я приветствую тебя, танкист, в моей рубрике Pimp My Tank, в которой мы прокачиваем танки. Сегодня в нашу мастерскую попадает замечательный танк STRV M4257. Отличительной чертой этой замечательной имбы служит его барабан. На целых 4 снаряда. Такие дела, если вы не знали, у него целых 4 их. Средний урон где-то варьируется в 150. То есть за барабан мы можем, в принципе, неплохо так попортить жизнь какому-нибудь тяжику или среднему танку. Или на худой конец отправить того или иного вообще в ангар. Вот так выглядит STRV до нашего апа. И теперь давайте же посмотрим, что же с ним произойдет после нашего апа. Ну что ж, взглянем, что получилось из нашего STRV M4257. Что мы прокачали ему? Маскировку, боевое братство и радиоперехват. Естественно, опять, как хотите, в какой последовательности их изучайте, но маскировка, боевое братство должны быть у вас обязательно, чтобы вас не палили так быстро и не убивали. Потом из оснащения у нас довольно-таки, как бы сказать, ограниченный вариант установки всяких вещей, которые смогут нам что-то как-то улучшить жизнь. Но я выбрал, тем не менее, вентиляцию, усиленные приводы наводки и просветленную оптику. Как бы есть два варианта с просветленной оптикой. Если вы играете где-то вблизи, вы можете поставить просветленную оптику. Если вы играете где-то на дальних расстояниях, вы можете поставить стереотрубы. Тут уже зависит от вашего стиля игры. Кофе с выпечкой, естественно, чтобы наши пацаны, когда вдруг скучно им заскучали, кофе с круассанчиками похавали. Также я еще добавил сюда продувку воздуховодов к вентиляции. Ну и последнее, что я выбрал, это камуфляж. И вот такой у нас танчик получился. Довольно-таки неплохой аппарат, как по мне. Ну и вообще, я на нем играл как-то пару боев. Мне очень понравился. Вот. Примерно как Шкода Т25 или Т20, который тоже барабан, или Т50, я уже забыл, как он называется. Но не суть. Барабан рулит, да, барабан рулит. Можно уничтожать и бомбить пуканы соперников и противников. Я надеюсь, что вам понравилась эта прокачка. Если у вас есть свой вариант прокачки этой машины, какой-то секретный, возможно, о котором никто не знает, обязательно поделитесь им в комментариях. И, возможно, мы сделаем видео именно с вашей прокачкой этого замечательного танка. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, прожимать колокольчик и делиться со своими друзьями этим видео. Это очень помогает мне и каналу расти. Ну а на этом у меня все. С вами был Дискоданс Ронин. Всем пока.